Здравствуй, привет, дорогая. Вот я и дома, наконец-то. Привет, наконец-то, дорогая. Здравствуй, любимая. Как я соскучился. Ой, наконец-то. Давай. Доехала. Да, как ты добралась? Спасибо. Все хорошо, я так тебя ждал. Слушай. Да. Ничего себе, я в шоке. Да. У нас так чисто. Ты знаешь, я так переживал перед твоим приездом, что начал убирать еще в день твоего отъезда. Так, ой, какой ты у меня. Моя любовь. Да. Ой, что? Аж так Кеша накрыт. А Кеша пусть спит. Да? Он просто не любит, я знаю. Да нет, пыль, пылесос, да. Ну, я просто попробую, он же не любит. А-а-а! Свет, падла! Глаза! А-а-а! Накрой! Накрой! Что с Кешей, Вова? С Кешей? С Иннокентием все хорошо. Да? Да. Ну, просто он раньше весь в перьях был. Серьезно? Мне показалось, что это молодежно так. Шкура, алкаш, барыга. Что? Что? Что он говорит? Шкура, алкаш, барыга. Кто-то был у нас дома, да? Нет, ты что? Просто был включен телевизор, я пылесосил, он набрался этих слов и все. Шкура, алкаш, барыга. Да. Телевизор, говоришь? Телевизор, да. А у нас что, предвыборные дебаты уже начались? Или по СТБ всю неделю крутили «Дорогая, мы убиваем детей»? Нет, это просто... А, я вспомнил, был включен канал «Рада». Шкура, алкаш, барыга. Вот все они выступали. Что-то я не помню такого, чтобы ты целыми днями напролет канал «Рада» смотрел. Нет, дорогая, я-то не смотрел. Я вспомнил, приходила же твоя мамочка. А, моя мама. Тварь! Что он сказал? Это что он сказал? Про мою маму? Тварь! Нет, это же канал «Алкаш, барыга». Ты научил его, да? А ты что, дорогая? Да, а я проверю сейчас. Кеша кто? Хороший. Угу. А Вова? Красавчик. А Лена? Жена красавчика. Молодец. А мама Лены? Тварь! Почему? Не прописала красавчика. Нечем было заняться, если не научил все-таки, да? Пару слов буквально. Так. Что? А где наши шторы? А, я же перед твоим приездом ждал химчистку, любовь моя. Да? Туши, туши, по-пионерски туши, по-пионерски. Что? Туши по-пионерски? Вы что, шторами тушили пожар? У нас... Ты что? Нет, да, был небольшой огонек малюсенький, но в этом виноват не я. Я же тебе говорю, пришла твоя мама. Тварь! Успокойся. Да, значит, мамочка пришла, моя любимая наша мамочка включила канал «Рада». Это жена его включила. Поставила, что творится на плите к 8 марта. Подарок сама придремала под эту «Раду», значит. И огонек, да, действительно, пошел небольшой огонек на занавеску. А где телевизор? А потом огонек перешел на плазму, и я плазму сдал в ремонт. В ремонт? Ломбард! Ломбард! О-о-о! Бабло! Жора, наливай! У нас был Жора. Этот Жора несчастный все-таки к нам заходил. Георгий. Георгий, наш сосед, действительно интеллигентный парень, зашел буквально на минуту, я сказал, нет времени, уходи. И он ушел? Конечно. Ну ладно, допустим. Это все? Это все. Слава богу. Да, это правда. Так, стоп. А кто ходил в моих тапочках? Тамара! Тамара! Что он говорит? Какая Тамара? Какая Тамара? Бред. Лариса! Что? Лариса! Вова, я не понимаю, какая Тамара и Лариса? Да он подряд все лепит. Что ты ему зовут? Тамара, Лариса. Вот. Тамара, Лариса, можно всех посмотреть. Вова, а лучше скажи мне сам, кто такие Тамара и Лариса? Путаны, 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 набрался, что-то смотрел, видимо, Discovery. Какие еще путаны, а? Какие путаны? Охреневшие! 100 баксов! 100 баксов?
Ладно, давай, плати. То есть... Так, и что было дальше? Ничего, ясно. Кеша, что было дальше? Что он делает? Давай уже! Я не могу, попугай смотрит! Завяжи ему глаза! Укусил! Укусил! Лови чмо говорящее! Лови чмо говорящее! Растрындит! Растрындит! Жора, в окно его! Жора, в окно! Вы что? Вы с Жорой выбрасывали Кешу в окно? И я не выбрасывал, я отпустил Иннокентия пополетать. Да? А почему у него вон клювик сломан? Окно закрыто! Окно закрыто! В морозилку его, Жора! В морозилку! Вы Кешу засовывали в морозилку? Да, открыли в морозилку, он случайно туда залетел. У вас в морозилке бутылка водки. О, попугай-красавчик! Попугай-красавчик! Реабилитирован! Реабилитирован! Карр! Карр! И тебе, Кеша, бабу поймали! Заслужил! Так, понятно все. Ладно, может, ты мне еще что-то хочешь сказать, нет? Нет, все. А где микроволновка? Покер! Покер! Проиграл микроволновку в покер? Стрит! У проститутки стрит! С Тамарой решили, да? Рубануться, ясно. Да. А где кресло? Пристав! Пристав! Что он говорит? Приходил пристав и забрал наше кресло? Да. Пристав себе! У проститутки опять стрит! Ты посмотри, какая везучая! Где моя ваза, любимая? Покер! Покер! Вазу тоже в покер? Да. Покер потом уберем! Понятно. И вазу мою любимую разбили, да? Нет. Динь-динь! Динь-динь, он сказал? Нет. Динь-динь! Кто-то еще приходил? Кто? Кто там? Моя дома? Мой папа. Да, действительно, тесть зашел на секундочку. Так. Буквально на секундочку, он за удочкой зашел и ушел. И ушел. И ушел. Я надеюсь... Тесть, ром будешь? Нет, ром шмурдяк. Ты что, предложил ему выпить? Да, я предложил, я интеллигентный парень, но он отказался и ушел. Отказался? Да. Не, ром шмурдяк. У, водяра. Вова, красавчик. Папа, тесть. ЛНР, ДНР. Верните Крым. Вова, красавчик. Так, ясно. Вова, красавчик. Кеша, хватит. Посидели немножко с папой, да? Мы немножко папой, посидели, да? Пообщались с папой. Ага, я надеюсь, он немного выпил. Да ты что? Да что, я сволочь какая-то. Я же знаю, что у твоего отца больное сердце. Вот. Разряд, разряд, еще разряд, разряд. Что? Что это такое? Что за разряд? Папа, мы подняли тост. Папа получил твой первый взрослый по спортивной рыбалке. Да? Давай рот в рот! Давай рот в рот! Рот в рот? Мы попрощались, поцеловали друг друга в губы, и он ушел. Да? Да. Врача! Врача! Адреналин кали! Адреналин! Папе, все, я поняла. Папе было плохо. Вы вызвали врача. Он хоть живой? Папочка живой. Вот живучий падла! Слава богу. Папа жив. Дзинь-дзинь. Кто еще пришел? Кто-то ушел. Ура! Врач! Врач пришел! Врач! Наливай врачу! Наливай врачу! Вы что, вообще тут с ума все подсходили? Папе вызвали врача и споили его? Я не пил с врачом. Трава! Трава! У Жоры есть трава! Дурь! Пробуй, врач! Дурь! Угар! Врача накрыло! Врача врачу! Врача врачу! Что здесь происходило? Что тут ничего не происходило страшного? Жора, придурок! Куда на балкон? Что ты такое? Я объясню, дорогая. Да-да-да-да-да-да-да, были проблемы небольшие. Георгий немножечко перебрал. Он вышел на балкончик. Георгий, интеллигентный человек, не хотел плевать дома. Решил плюнуть с балкона. Он наклонился и упал. Снег? Не совсем снег. Жора, придурок, это чья-то Шевроле. Жора, придурок, нога у Жоры.
гоним, 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 так, гоним. Стоп, стоп. Я поняла. Вы тут черт знает что устроили. Жора вышел на балкон и прыгнул не в снег, а на чью-то «Шевроле». И вы все вместе повезли Жору в больницу? Да? И да. Ты пьяный сел за руль? Я бы никогда пьяный не сел за руль. Кешу за руль. Кешу за руль. Что он говорит? Вы что, попугая сажали за руль? Ну ты что, я больной или что, Лен? Ну с каких делов я бы посадил попугая за руль? Он же птица! Но он же трезвый! Но он же птица! То есть Жору в больницу повез все-таки попугая? Да, но не совсем в больницу. Куда? В лес гони! В лес! Проще закопать! Копай! Копай! Жора кабан! Жора кабан! Жора кабан! Жора тяжелый, вы его закапывали? Нет, мы не идиоты! Действительно, мы пошли в лес! Немножко подышал, чтобы Жора и отошел. И тут на нас вышел здоровый кабан! Жора, осторожно! Беги! Ай! Жора, капкан! Осторожно! Жора, нога! А-а-а. Жора теперь пират! А-а-а. Пьем ром! А-а-а. Угар, трава! Накрыло! Что он говорит? Что происходило дальше? Скажи мне, вы поехали куда? Домой? Куда вы поехали? Дорогая, послушай меня, пожалуйста. Послушай, закрой свой клюв, скотина. Значит, так дальше все закончилось. Мы интеллигентно разошлись. Я поехал домой, домой. Убирать, ждать тебя. Молодец. А ребята куда-то поехали в библиотеку. Да? Да. Поехали в клуб! Какой клуб? Видимо, железнодорожника. Куда-то туда. О, красавчик! Красавцы-то. Красавчик! О, красавчик! Жора, скотина, это гей-клуб! Осторожно! Жора, это не баба! А-а-а. Жора теперь не пират! Жора, пиратка! Пиром, трава, накрыла! Не хочу больше ничего знать. И не хочу больше ничего слышать. Скажи мне только, где наш сын? Так, отойди. У нас был сын? Да, у нас был сын. Коля. Ах, Коля. Кеша? Кеша, где Коля? Кеша могила. Кеша могила. Я поняла. Я все поняла. Я сама найду Колю. Потому что сейчас я ни в чем не хочу разбираться. Я поняла только одно. Пока меня здесь не было неделю, здесь происходил какой-то ад. Ну с чего ты взяла, что здесь творился какой-то ад? С чего я взяла? Да. Да просто эта порода попугаев не умеет разговаривать. Что смотришь, я сам в шоке. Фу ты. Где Коля? Коля, нет.